Просматривая ваши комментарии ко второй части про самых популярных детей и подростков, я не мог не сделать третью часть данной подборки, включив в нее людей, о которых вы спрашивали. Конечно же, большие просмотры и ваши лайки к первым двум частям также мотивировали меня на создание нового видео. Wake up, с вами Кес, и это самые популярные дети и подростки, часть 3. А начнем мы с самого популярного подростка всего русскоговорящего ютуба. Марьяна Ро является владелицей канала с более чем 3-миллионной аудиторией. Родилась 16-летняя ютуберка в Южно-Сахалинске. Затем в 9-летнем возрасте вместе с родителями переехала в Японию, где и жила до недавнего времени, пока судьба не свела ее с Ивангаем, которому она через некоторое время после их знакомства переехала жить в Москву. Ну а на данный момент Марьяна с Ваней и вовсе перекочевали в США. Больше всего девушку любят за ее красоту, эмоциональное и немного детское поведение, а также за яркие и красочные ролики. Помимо любви фаната, вместе с популярностью девушка получила и многочисленных хейтеров в лице поклонниц Ивангая, которые считают, что он заслуживает лучшую. Следующим популярным подростком является 13-летний парниша по имени Джейкоб Сарториас. Он прославился прежде всего из-за самого большого количества подписчиков в различных социальных сетях. Столько фанатов в совокупности нет ни у одной несовершеннолетней звезды интернета. Почти 5 миллионов в Инстаграме, более миллиона на Ютубе, около 800 тысяч в Твиттере, почти миллион в Вайне и более 7 миллионов в Мьюзикле. Раскруткой соцсетей занимается мама Джейкоба. Сам же подросток пишет стихи и музыку к своим песням. Еще примечательно, что на Ютубе у юного певца всего 5 видео, но при этом 44 миллиона просмотров, а самый популярный клип парня поражает количеством дизлайков и комментов, из которых большую часть занимают негативные. За что его так не взлюбили, до конца не ясно. А я перехожу к следующей юной звезде по имени Алиса Кожикина, которая совсем недавно исполнилась 13 лет. Больше всего эта девочка прославилась своей победой в телешоу «Голос дети» 2014. Тогда Алиса так очаровала всех своим голосом, что в финале шоу она собрала более 400 тысяч голосов в свою пользу. На ютубе видео с ее участием набирают миллионы просмотров, а благодаря своему таланту в 2014 она даже заняла 5-е место на детском Евровидении. Кстати, у юной звезды уже и хейтеры появились, которые утверждают, что голос у нее слабый, а победила она только из-за своей актерской игры, и вообще были более достойны победы участники шоу. Как бы там ни было, а Алису на данный момент можно назвать самой популярной певицей России среди детей. Ну а следующий герой моей подборки — это 13-летний кумир миллионов девочек и мальчиков со всего мира, певец Мэтти Би. У этого юного парниша на ютубе почти 7 миллионов подписчиков. А занимается он прежде всего тем, что делает каверы на различные популярные музыкальные хиты. Так, например, кавер на песню «Бойфренд» Джастина Бибера просмотрели более 100 миллионов раз. А его перепевка песни «Call Me Maybe» популярной певицы Карли Рэй Джепсон набрала более 150 миллионов просмотров. Мэтти мечтал стать популярным исполнителем, именно поэтому в 2010 году его папа создал для него канал на ютубе, на который изначально выкладывались обычные любительские видео. Сейчас же его ролики ничем не отличаются от профессиональных клипов мировых звезд, а количество маленьких поклонниц его внешности почти как у Бибера. А напоследок хочу рассказать про самую узнаваемую юную танцовщицу в мире. 13-летняя Мэдди Зиглер из США 6 мая 2014 года просто взорвала интернет своим потрясающим танцем в клипе австралийской певицы Сии. Этот клип на данный момент набрал более 1 миллиарда просмотров. Бытует мнение, что именно благодаря Мэдди и ее пластике он стал настолько популярным. Ведь на MTV Video Music Awards он выиграл в категории именно за лучшую хореографию. Судя по статистике, Сия получила более 500 000 новых подписчиков с этого ролика, а Мэдди стала известной на весь мир. Кстати говоря, эта девочка снялась еще в 3 клипах Сии, которые являются самыми популярными у певицы. What's up? Напиши мне в комментариях, а кто из данной подборки тебе понравился больше всего. И обязательно ставь лайк, если хочешь быть популярным на весь мир.